свобода, там полное соединение, что ли, человека и колеса. То есть, в отличие от велосипеда, где есть специальный вынос под руль системы управления, на уницикле человек управляет собственным телом. Поэтому он реагирует на малейшее движение. На унициклах можно делать очень много всего. То есть научиться ехать по прямой – это самый-самый базовый курс, самый скучный и нудный, который нужно просто всем пройти, чтобы вообще подготовиться к этому. Дальше искусство уницикла разделяется как минимум на 7 стилей основных и уходит либо в молодежную культуру, где есть множество видов с различными трюками, прыжками и катаниями по городу, естественно. Но это сродни роликам и скейта, можно сказать. Также это уходит в шоссейные гонки, в длинные дистанции, обычно этим занимаются люди постарше. Ну, есть просто внедорожники, то есть по леса, гора и все остальное. Обычно для прыжков используются довольно маленькие 19-дюймовые уницикла. Чуть побольше 20-дюймовые используют, в принципе, для того же самого и для различных артистичных номеров, для художественного катания. Дальше уже идет стандарт 24 дюйма. Ну, их стоит покупать просто, чтобы кататься в городе. Дальше 26-дюймовые, как велосипедное колесо. На них уже действительно можно кататься, используя внедорожник. Далее идет 29 дюймов, это почти шоссейные, и 36-й, совсем большие колеса. Вот на них в основном катаются далеко и быстро. То есть максимальная скорость без передач где-то 50 км в час. У нас один большой адрес, уницикл РФ, и по нему, собственно, можно найти руководителей, а дальше спускаться по городам ниже и просто искать единомышленников. Они помогут научиться и понять, ну и также получить колесо. На Западе они проходят в огромных масштабах и больших количествах всюду. И, конечно же, хочется туда уже ехать. Я надеюсь, на следующий год у нас наконец получится.